Всем привет, Притотуп, солнечная Италия на проводе. Мишанька, все как надо, в станишках, Адидас. В Венецию едем. Светуся. Да, только не проспи на автобус. Помахай, Ванюша. Привет, Сашуля. Привет. Привет. Так, ищем автобус на Венецию. Спонсор сегодняшнего, как это сказать на русском, путешествия Мишаила. Да. Так, спрашиваем. Вот. Мишечка, огромное тебе заранее спасибо, зайчик. Да, 700 рублей. Да, хорошо. Хорошо. Ощутил, осуществил мечту. Бонжорно. Перла Венеция, Сема. Так, давайте билеты. Да. Вот. Все рады, счастливые. С самого утра встали, сделали зарядку, Света. Всех выгнала на пробежку в 6 утра, никто не опоздал, никто не сонный, прям вообще Света в заряде, сил. 23 место первый пошел. 23. Потом Ваня, потом мы и Миша. 24. 24, причина ее. 25. Ага, я. Наш автобус. Так, было 20. Собираемся. А вот тут рядышком с нами садись. Вот это я? Да. О, мои любимые места. А, видишь, класс. Можно выйти. Вселенная на не улице. Помогает. Вселенная помогает. Смотрите, да. С чем я выехала. А я ни с чем не... А вот я выехала. Смотрите. Мой Energy Diet сюда со мной. Это мой завтрачек. Детокс я уже выпила. Ты еще покажи три банки, которые у меня в сумке. Так деликатненько показывай. Вот они. Стой. Миш! Теперь понимаю, почему вы с Карлосом разошлись. Боже. Ты такая костлявая. Боже, это спасибо за комплимент. Ага. Берите с собой морковочку в дорогу. Берите с собой курочку? А, морковочку, думаю, курочку. Идемте, Мачку. Можно выйти еще подышать воздухом. Все. Миша, идем. Да, было, идем. Кума завтракает. Вкус какой сегодня? Вкус какой? Малинка. Клубника. Клубника. А цвет настроения? Малиновый. Розовый у меня тоже. Мама. Наш автобус. Иван Алексеевич. Ты можешь кофейные просто в пакетики насыпать и людям на пробу отправлять со своей банки. А, да, действительно, как вариант. По одному ложечке, все, пусть пробуют. Капучино этот, который дома, да? Мишуля, покажи завтрак. Он скромный. Почему? Сыр. Ну, всего лишь полкило сыра, всего лишь 300 грамм прошутто, вяленые томаты, пармезан. Вот так. Скромненько. Очень скромненько. Ноги мои кумы. Так. Ванечка, что ты маме говорил до этого? Расскажи мне. Что такое дерево, дом? Как будто я не знаю, что такое гора, дерево, что есть дома красивые, новые, старые. Моя ты птичка. Но так нужно любоваться природой. Расширять кругозор. Да я уже любовался. Ага. Все полюбуйся. Чем? Он в Турции, тебе, наверное, ему Турция, наверное, нравится больше. Да? А что тебе нравится больше? Где тебе больше нравится? Песочек. Мне нравится песочек. Турецкий, да? Нет, любой песочек. Ну а где тебе нравится больше бывать? В Турции, в Италии или у бабушки в Киеве? У бабушки. Ой, слушайте, а у нас бабушки? Есть, а у нас есть кто-то из Милана, да? У нас и Милан есть. Фрэнда. И... А у меня будет потом маленький интимный вопрос. Хорошо. Пусть ребенок выступит. Хорошо. Когда можно? Смотрите, вот эти вот брючки Мишулины висят в автобусе и сушатся. Потому что у нас были дожди полторы недели. И когда Мишка приехал, тоже были дожди. И, во-первых, негде было сушить, на веревках были... вещи, которые я уже настирала.
Вот, и потом дожди начались. И потом, когда Мишуня меня просил, все забывала их бросить и простернуть. И в итоге в Венецию он едет, сушал вот так вот брючки в автобусе. Мы в Болонии, у нас полчасовой отдых. Так пахнет булочками. Mm-hmm. Только ванилью больше, наверное, чем булочками. Mm-hmm. Читаю, на самом деле, если бы только собрали, то какие неаппетитные они. О, какие вот эти вкусные, так они опять. Они неаппетитные. Такой толстый хлеб, как я, и так мало, это самое. Самая ирония. О боже, моя меня нет сил, чтобы даже смеяться. Будь здоров. Ой. Давай. Ну давай. 3-4. Что такое? Сын помогает смеяться. Мама уже не может смеяться. Сын помогает. А Юта лей ридери, прики, лей начала по эмоциону. Ну что, моя капучино это по-любому. Надо проснуться. Сколько большая бутылка воды стоит, спроси. Ты, Саша, спину выпрями, пожалуйста. Una cioccolata, i bomboloni e una crema. Una? La crema. Una cioccolata e una crema. Иди, пожалуйста, тут туалет есть, руки помыть? Надо руки помыть. Спину выпрямляем, мадам. И вот этой вот спрячь, пожалуйста. И ду бомболоны. Una con cioccolata и una con la crema. Смотрите, зашли, купили. Купили такие вот штуки. Ну вы знаете, да, которые такие типа мягкие. Это слаймы. Покажи. Еще вот одну Саше взяли, чтобы в автобусе было чем заняться. Одну взяли Ваню. То шоколадки. Да, 4 мы вместе. Сейчас идем. А то что-то Света, пока я капучино пила с Михаилом, куда-то вообще убежали, бросили нас, вообще не поняла, что к чему. Мы такие сами остались. Не поняла я вообще юмора. Да, Болонья красива. Вообще природа красива. Люблю Италию за все, за все ее, со всеми ее проблемами, какими-то неприятностями, которые у меня иногда бывают, со всеми взлетами, падениями, вообще просто люблю. Да. Нет, шоколадки дай мне, я положу в сумку, пожалуйста. Ваня, иди сюда. Я тебе забрала. Я не забрала, я тебе купила. Я тебе купила. Что забрала? Она я неправильно купила. Сказала, купила. Чао, Белла. Вы меня бросили, я обиделась. Я тебе купила. Что забрала? Она неправильно сказала, она на русском плохо говорит. Она сказала, купила, она хотела. А поцеловаться? Ваня, а поцеловаться? Какая ты, Марина, непостоянная. То давай. Я тебе говорю, завязывай со своей любовью, то теперь поцеловаться. Ну так это же благодарные поцелуи. Поцелуй благодарности, да. Это вы ребенка учите, поцелуй благодарности. Подожди, я сейчас пишу, я с девочкой общаюсь. Да? Вот это мама тебе досталась. Открывай. У нее супер мама, современная, эмоциональная женщина, никогда не подавленная. Мама, да? Да, Вань? Угу. Тетя Марина хорошая же, правда? Веселая? Вот, не сильно запахнула. Ну, рассказывай свои впечатления. Ты видел когда-нибудь такое? Ты играл когда-нибудь в это? На что? Вот в это. Я сначала не понял, что это. Знаешь, для чего это? Когда ты ее раскроешь, вот когда ты там нервничаешь или там нечем заняться, это успокаивает нервную систему. Ты так вот будешь, можно? Брали вы такой, да? Можно смешивать все цвета, а можно просто один цвет мять.
Очень красивый. Оно вам пахнет или нет? Откройте хоть одну. Выбрасываем мусорку сразу в пакет. Сядь около Светланы и, пожалуйста, закончи. А ну дай понюхать, пахнет. Пахнет? Прям как пластилин. Свет, понюхай. Пахнет. Ну все, будем фигурки сейчас лепить, да? Смотри. У мамы спит. Прикроем грудь. Видите, носочек натянула даже когда спит. У Миши свой трон отдельный в автобусе. Со столом с барной стойкой. Видите, Белочка, да? Я выпил свой коктейль. И Мишечка выпил свой коктейль, съел свое яблочко, закусил там каким-то мяском. В общем, отлично просто. Диета прям. Дай им задание, чтобы они что-то сделали. Они сделали. Смотри, сейчас тебе покажу. Смотри, вот это вот кувшин Света. Видишь, это тебе для детокса. Вот, смотрите, мы такие штучки купили, мы показывали. Одну Саше мы купили розовенькая, коробочка красивая. Одну такую Ванечке. Такая паста. Ну, многие знают, у кого есть дети. Она очень удобная вот в автобус. Саша, у нас сегодня фотосессия, пожалуйста, не пачкай штаны белые. Ванечка, мама сказала, чтобы ты что-нибудь лепил красивое. Давай ты уточку слепишь. Умеешь уточку лепить? Ну давай так ты. Вот я и леплю. Ну это кувшин. Фруктики еще сделаю. А? Кстати, поставить на тряпку. Можешь? А где она? Сумки. Так давай тебе туда и поставим. Сюда. Хорошо. Это миска. Тоже на минус телефон. Да, подожди, нет, подожди, он перекарится. Смотрите. Ой, Саша такая, это кто сделал? Ты сделала? Это мама сделала. Мама сделала? Да. Ой, пахнет вообще класс. Саша, система теперь фигура. Давай, мама попросила что-то сделать. Давай сделаем морковку, огурчик. Да, вот сюда можно положить. Так вот я сейчас хочу сделать. Да, в вазочку будем ложить, да? Ага. Мы же можем это все в вазу сложить, ага. Вань. Ага. Да? Что мы будем делать с тобой? Ох. Какая красота за окном. Ванюша, что мы будем делать? Рассказывай. Бананчик и какашки. И что? И какашку туда положим. Чью? Козью? Да. Козью фишку. Мама как посмотрит, мама тебе потом даст. Подожди, дай я тебе так сделаю. Смотри, Ванечка. Так. А не, вот так. Тебе будет удобно. Саму козью фишку. Саш, дай ему тоже какие-то свои цвета. Поделитесь цветами. Она в один смешала. Очень умная Саша. Я не хочу смешивать. Правильно, не надо смешивать. Так интереснее, да? Как самолет называется не в Венеции самолет? Ой, аэропорт. Не знаю. Смотрите, мы подъезжаем. Ой, какое грязное море. Море. Прикольно. Я развернусь и не показываю. Белла, уже все знает, уже все видит. Да ладно, прям там все. У нас же есть наши личные секретики. Смотри, как там взлетает самолет красиво. Он вдали. Где ты видишь? Если я правильно помню, по-моему, аэропорт Васко-да-Гама. Нет. Какого-то там двойное или Марко Поло. Ну, в общем, все, мечта моя сбывалась. Если бы не Миша, я бы еще сидела бы и сидела бы. Миша плохой. Кто тебе сказал, Мишуля, что ты плохой? Не поддавайся мнению общественности. Просто все ревнуют. Да, Мишуль, да. Белла. Моя птичечка. Блин, какой поезд красивый. Да. Блин, вы же одновременно подумали, что бы это знать. Совпадение? Не думаю. Было. Все, я теперь хоть на человеке чуть-чуть похож. Да, вообще. Я так не люблю спортивную одежду. Это вообще не мое. Ну, в автобусе удобно было. Да. Боже, как красиво. Саша, смотри, какая красота. Да, все как в телевизоре.
телевизоре. Все как в телевизоре. Ой, аж захотелось купальник одеть и прям броситься в воду. Ты только что говорила, что вода грязная, теперь же в купальник. Да хоть в грязь. И вы, баба, непостоянная. Вчера ты сказал, как майская погода. Как погода в мае. Да. Красиво. Ой, смотрите, несут лодку, как в кино. Вон, понесли, лянь, тут побежал, лянь. Все несут лодку, лянь. Было, ты откуда? От верблюда. Как будто ты из Мариуполя. Нет, слушай, из Мелитополя проездом. 4 года там пролежала, хотела сказать. Да, можно уехать из Мелитополя. Чтобы Мелитополь уехал из тебя. А я все время так говорю, пожизненно. Говорю, что можно девушку вывезти из деревни, но из меня деревню не вывезти никогда. Теперь там красиво. Не поймешь, где смотреть. И там красиво, и здесь красиво. Везде красиво. Так, мы выходим. Мы уже приехали. О, какая жара. Грация милле, грация. Грация. Мы приехали. На улице очень жарко, очень. Мы сейчас паримся в кофтах и в джинсах. Нужно было и шорты. Довольна. Эта женщина меня постоянно смотрит. Не могу понять, почему. Видишь, ты не хотела ехать, красиво. Вот он, порт Венеция. Всем привет, кто здесь живет. Вообще просто атмосфера шикарная. Но я учитываю то, что вообще человек по жизни я веселый, энергичный, и мне настроение очень тяжело испортить. Поэтому реально просто вот для меня прям чувствуется бешеная энергетика этого города. Вообще просто.